В этот визит мы готовы подписать с грузинской стороной два документа о взаимодействии между министерствами. И в целом, оценивая сегодня уровень наших взаимоотношений, хочу отметить, что мы расширяем правовую базу, которая позволит более эффективно работать нашим министерствам. Ну и со своей стороны Министерство внутренних дел Республики Беларусь открыто для взаимодействия по самому широкому спектру вопросов, касающихся компетенций двух министерств. Поэтому убежден, что мы будем наращивать наше сотрудничество, и оно будет давать эффект очень серьезный со временем. Сегодня я хотел бы сказать большое спасибо своим коллегам, которые приняли очень тепло нашу делегацию, меня лично, господину министру внутренних дел слова благодарности высказать за теплый прием. Убежден, что наша встреча послужит дальнейшему сближению не только министерств, но и наших народов. Хотел бы, пользуясь случаем, пригласить грузинских коллег приехать в Минск с ответным визитом, удобное для них время. Считаю, что у вас есть чему поучиться. Вот этот центр, где мы находимся, яркий пример тому. Ну и нам есть что вам показать. Астормед Маумасминза Беларуси, Шинага Сакутам Министр, Чуэн Чаутар презентация Дагауца Антисулеве Градска Хорциелда, Астормед Чиам Слебес Манзилзе, Асе Чуэн Даутвалери в Чуэн Центре, да, Висаубред, Саумауду Танам Шамлубазе.